Йо-йо. Кто-нибудь есть здесь или нет? Anybody hear me, motherfucker? Ну вот, вижу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Как дела, ребята? This beats. Салют, мужик. Sup, man? Yo, bro, Magnetic Key, bro. Мои мужички здесь. Все окей, парни? Пишу новое дерьмо. Yo. Пришел домой, решил бухнуть бутылочку пивка, курнуть сигареточку, да пойти домой. Стою на балкончике у себя на пожарном. Как у вас дела? Нормуль, утро, доброе утро. Бля, кстати, да, утро, а я бухаю. Но сегодня я никуда не еду, поэтому буду спать до 5 вечера, походу. Москва на связи, Москва, родная. 11 июня увидимся у вас и будем жечь. Yes, sir. Тоже люблю питерский рэп. Давай, врач, я тебя жду непременно, потому что 1000 лет не виделись, и кайф пообщаться. Кирис, блин. Сегодня был сложный, точнее, вчера был сложный день. Туда-сюда. Сегодня можно спать будет долго. Сегодня суббота. Вот. Поэтому пивко с утра самое заебись. Вчера сняли видео на, точнее не видео, фото, фотосет был, потом там семейный был движничок, потом должно было быть еще одно кое-что, потом мы сделали там для концерта московского, там по программе. Больше, блядь, движухи такие, туда-сюда проехаться, стезит заебало, просто едет заебало. И 1032 дела. Проезжаю, знаешь, такие Мерседесы, Майбах. И иногда, ну, все время думал, что какого хуя, на таком Мерседесе нужно быть за рулем. А сейчас понимаю, да, нужен шофер, все. Ну да, нормальный такой вид. Приморский район. Северный город. Сейчас мы на 17-м находимся, 17 этаж. Что, отмечали вчера праздник? 2 года за флоу сайтом. Ребят, расскажите мне что-нибудь скучно, пиздец, вообще, блядь. Сидел, писал всю ночь новое дерьмо в тачке. И как, что именно так? Новое дерьмо, пиздец, вообще.
Самое главное, чтобы моя мама не услышала. На остальное. Мясо, мясо. Драконятина. Не, знаешь, не курятина, не свинина, не мясо дракона. Который был вчера на концерте Триады. Потому что все время не пропускаю. Хотел вчера, точнее не хотел, а хотел когда-нибудь попасть на концерт Триады в Питере. Вот, ну, вчера пропустил, надеюсь, что все было хорошо и охуенно. Пацанам салют. Что, я так вроде ничего пока выгляжу. Жек, ты здесь? Бригвапа Стасяныч. Стасяныч. Глеба нафиг. Глеба нафиг. Глеба нафиг. Как дела, брач? Ася, Ася. Чел собаку потерял. Кстати, такая хуйня. Бля, отпущу, брат. Представляете, кот, короче, потерялся, был на даче, тусовался на даче с другими котами, нормально все было. Короче, ушел кот, пиздец. Неделю назад, блядь, и нет кота, пиздец. Жалко, блядь. Теечка. Стас, ты в Питере сейчас или нет? Хотелось бы, конечно, рассказать вам кое-что, но не буду этого делать. Скоро новое дерьмишко. Посадим всех на шишки. Всегда ждем. Димон Капикастер. Кто из МСК рэперов нравится мне? Хуй знает, не знаю. В Москве. Не знаю. MC Check. This is MC Check, точно. MC Check крутой. Кто еще из Москвы? Есть просто разные приколы по рифмам. Есть, можно рифмовать плавненько, там, знаешь, и подбирать рифму очень просто, там, знаешь. Вот, особенно это касается вот, новой школы, там, знаешь, можно рифмовать такие биты, там, за столько времени, чтобы придумать рифму. Либо ты валишь под классическое битло с нормальной скоростью, и тебе нужно рифмовать плотно. Вот я больше респектую таким MC, которые рифмуют плотно, много. Ну и чтобы рифма была не заезжена. Салют всем, салют. Да нет, не олдскул. Почему олдскул? Хотя для каких-то, ну, для людей уже олдскул, наверное. Для меня олдскул — это Run DMC, там, Public Enemy, знаешь, такое дерьмо. Это олдскул. Сейчас ветер очень жесткий. Купить время, да и просто. Зачем? Да я волосы там отращиваю, у меня там уже 12 сантиметров волос под кепкой. Здесь не показываю, а там волос до хера просто. Сам себя олдскулом нет, не считаю. Почему? Дерьмо сделать, а сейчас будет
пиздец вообще. Под любой бит. А представители новой школы не могут сделать под то, что я могу сделать. Old school в России хуй знает вообще. Мой первый альбом вышел в 2006 году. Здесь 6-й год, если это old school, тогда Деда Женя с вами. 10 лет, ебанулся 10 лет. Тенниз, мадефака. Осенью замутим концерт. Отметим это место. Точнее, это время. Пойду тоже пивас открою. Блять. Этого больше всего боялся. Ну ладно, иди открою. Короче, думаю, сделать татуировку себе против 10, короче, под глазом. Ракету, короче, такую. Да я уже объяснял, почему. Потому что для меня сейчас не утро, для меня сейчас конец рабочего дня. Да не на лице, конечно, ничего не делаю. Доброе утро. С оповещением, что ты в эфире. Угу. Вообще. Сегодня без руля. Уля-ля, мазик. Да нет, не тяжко, нормально. Мосвега СНП нет. Доброе, доброе. Да нет, с Димастой. Ну, Мосвега СНП не зачитаем. Мы, может быть, что-нибудь новенькое с ним сделаем в ближайшем времени. Потому что есть битлок, вот это там интересно, поэтому. Кто-нибудь собирается в Санкт-Петербург в июле. 8 июля будет презентация альбома моего в Питере. 8 июля. Вот. Поэтому приезжайте, приходите в гости. 8 июля проведем презентацию в Санкт-Петербурге альбома «Прощай оружие». И сразу же после этого я вам покажу новое дерьмо, пиздец. В Москве 11 будет пиздец. Пиздец. Джо Крейзи, yes, sir. Джо Крейзи, а.к.а. Джонни Ло, а.к.а. дай по заднице говноедам, а.к.а. хардкор, блядь, в классической форме. Стас, Стас, ты здесь? С губой, короче, прикинь, треснула губа вот здесь, я не боюсь. Стас Купас, ты здесь? You hear me? Так можно видео снимать, да? Хуяли вируска. Бэм-бэм-бэм, малишь ты все. Три человека меня всего слушают. Дэээээ. Может, тигры показать? Ты не слышал этих парня, которые жрут всякое дерьмо и вываливаются нахуй из окон? Из балкона. С
Спайсал. Да нет, мне кажется, до спайса еще можно. Да, слышно. Мне нравится вот это местечко, смотрите. Сейчас покажу. Там можно сделать либо поле для чего угодно. Баскетбольные площадки. Для суицидников. Лучше вы мне расскажите, что вам нравится из русского рэпа сейчас. Кто самый охуительный MC в русском рэпе на сегодняшний день? Скажите мне, парни. Кто валит так, чтобы, блядь, просто можно было охуеть? Честно? Нет, нахуй. Ври мне, блядь. Ври, сучка. Конечно, честно. Салют. Не-не-не, серьезно. Кто самый, ну, вот прям топовый и заслуживает максимального внимания на сегодняшний день? Сок, болваночка, бутылочка, Рафаэлло, документы, ключи и всякая хуйня. Не, серьезно, кто сейчас в жестком топе и заслуживает? А, кстати, вопрос еще. У нас три человека всего, да, у нас в чате в нашем. Ветер хуярит жесткий. Кто, парни? Мне кажется, самые охуенные MC, они, ну, их как бы, ну, не видно, потому что сейчас чем проще твое дерьмо, тем проще тебе заявить о себе кого-то. Вот, например, Яникс. У него есть супер всякие супер стороны. Ну, не супер стороны, а обычные стороны, для которые должны быть у каждого MC. Ну ебать, но он не умеет рифмовать, пиздец вообще. Мне кажется, то, что самый крутой MC сейчас это Жак Энтони. Наш нигер. Жак Энтони делает свежее дерьмо. Рифмует мне банально, да, ну, говорит о таких вещах. Короче, красавчик, мне нравится. Самый охуенный на сегодняшний день, мне кажется. Если учитывать все дерьмишки, новые звуки и прочее дерьмо. Ну а что касается техники и всей жесткой скилзухи, то это, конечно же, Фьюз. Самый лютый MC, пиздец вообще. С кем с ним? Жак? Жак Ширак, what the fuck? Не знаю. Время покажет. Потому что обычно все, кто из новой школы, ну, я имею в виду, эти школьники, младших классов,
везде банальные куплетики, банальная дерьмишка, злишка у всех одинаковая. Вот, рифмуют все, в принципе, одинаково, предсказуемо. А этот парень нормально говорит. Ригас, да, ударил. Но Ригас, он как бы, он не... Ригас, да, старый пес вообще. Старый кот, то есть. Старый кот-пес. Ригас стал новым для большинства обывателей, рэп-слушателей. У кого у него? У Ригаса? А когда у него EP? Голову не еби, когда у него EP? На мастеринге уже? Да! Ну, наверное, да, быстрее. Что касается EP, сейчас нет смысла особо выпускать альбомы, там, знаешь, писать альбом, ебаться с ним, там, знаешь, по году. Ну, в моем случае, пиздец там. Ну и вообще там, 15 треков, кому не нахуй нужны эти 15 треков? Выпускаешь синглы, клипы. Энди Картрайт, yes sir, конечно, слышно. Нормально делает. Ну вот что касается, то что до этого говорил, что, например, у Яникса есть там всякие, да, внешность такая, знаешь, нравится тёлочкам, школьницам и прочее дерьмо, и рыбчиночка такая незамысловатая. Просто даже, я даже сказал, туповатое дерьмо, пиздец. Вот. Энди Картрайт, наоборот, но рифмует, блядь, просто как ебаный нахуй дьявол, пиздец. Вообще молодец, конечно, парень. Поэтому разница именно в этом. Если у MC есть все эти компоненты и еще вкидываются в это бабки, то пиздец, вообще начинается, блядь, шоу, ебать. Кажется, спизжено все, это само собой, пиздец. Все нигерское, это новое дерьмо, пиздец. Если эти нигеры начнут долбиться в задницу, то эти тоже педики начнут долбить в задницу. Пиздец. Этому ублюдку ступит, блядь, 25, а о чем он будет читать, пиздец? О чем, ебать? Вот в том-то и прикол, что ни о чем, нахуй. Хуйня полная. А Спайс, не знаю, Спайс для меня неизведанная какая-то хрень. Не, ну, если нравится людям, то это значит, что что-то в этом есть, и в этом что-то есть. Пиздец вообще. Хип-хопа в этом нет точно. В этом есть просто какая-то пизлявая школьная поебень, вот и все, блин. Сейчас каждый любой засранец может записать трек, снять клип, там. Нагрудить себе дерьма, просмотров, всякой хуйни. Это, конечно, заебись. Но это не останется в памяти у людей. Но 4 кэса айфона клубница. Нет. Да, жду. Я слышал, что там ставки какие-то ставятся. Я ставлю на СТ. Что Окси, он как бы, ну... непревзойденный чемпион такой. Всегда интересно поставить на претендента.
Да нет, вовсе не то, что дрочитка там. Там наработано, так он до автоматизма как бы вываливает строчки, рифмы, там, все такое, там, посыл есть, конечно, но души нет никакой в этом. Не, она, конечно, есть душа в этом тоже, но хуй знает. Буду болеть на этом батле. Да не ботанский, почему? У Оксимирона просто нет никаких, нет флоу, короче, у него вообще не работает нихуя, у него механически отработанное дерьмо, такое и пиздец, и все. У него нет там, знаешь, приемов, там, пэм-пэм, там, такого дерьма у него нет. Содержание, конечно, у него, безусловно, пиздец насыщенное, там, все такое, но... Интересно это хуйню слушать. Ну, например, если ты не понимаешь русского языка и слушаешь, что это, ну, просто тараторщина какая-то. Хотя, наверное, у меня такое, ну, местами бывало раньше, но сейчас мне интереснее делать такие, короче, скилзуху нужно прокачивать, пиздец. Поэтому новое дерьмо, то, что сейчас пишу, там стараюсь больше уделять не то, что времени, а чтобы все звучало охуенно. Чтобы, например, иностранец, который слушает мой рэп, и он не знает, что, не понимает русского языка, он думает, ебать, этот парень просто валит охуительно. Xbox 360. Я жду от Смоки мой альбом. Вот, от других вообще нихуя ничего не жду. Жду только от Смоки нового дерьма. Что думаю? Карате это уже, ну, неповторимое дерьмо. Вообще невозможно повторить ничего того, что ты уже сделал до этого. Я просто жду от Смоки чего-то интересного, пиздец, потому что у них вышел альбом с Бастой, и я жду альбом Смоки Мо, сольный альбом, жду его, пиздец. Чтобы брач уехал в Москву, я хочу посмотреть, что он сделает, находясь в Москве, живя в Москве. Что у него там в голове происходит, мне очень интересно. Блядь, ноги отсидели вообще. Ноги отсидели. Взорвал, что-то, да нет, что, я ничего не взрываю уже. Джойнт там. А скажите, как вам Эндшпиль и как это там называется, пацаны, Хаджиме. Что думаете про это? Да ебать губа, нахуй, треснул вообще жестко. Слышал.
нихуя не видно вообще. Сургутцы, люд. Что за район? Север города. Комендант сайт, ну, сколько? Есть нормальные вот такие моментики. Чертаново, Москва, да? Москва. Москва. Ну, сегодня вот в соседнем доме вот живет Бланкат. Ну, жил, во всяком случае, до тех пор, пока не перебрался в Москву. Вот здесь. Ну, короче, там, сзади. Иди сюда. Ну, ладно, всем салют, всем спасибо за внимание. Желаю всем приятных замерикашек, красивых СНП. Ну да, красотища, конечно. Желаю всем сегодня суббота, соники как следует. Вот, сонитесь как короли. Сегодня играет кто? Кикю Рэйп. Кто, кто? Что-то не рассмотрел, не видел. Ну вот, сегодня суб... Блядь. Кайков рэп, бухать будешь? Не, не буду. Суббота. Приятную благотворную субботу всем. Москвичи и гости из столицы, увидимся 11 июня. Looking Rooms, будет жесткая туса. Вот. Питер будет жесткий. Короче, всех обнял. Всем салют. Битмейкеры, скидывайте охуенные биты. Скоро начнем, блядь, трахаться по-жесткому. Thank you.